Добрый день! Вас приветствует доктор Дэвид Хибер. В этой новой серии о старении вы узнаете, что различные аспекты старения, включая физическое, социальное и психологическое, протекают с разной скоростью у разных людей. И вы можете изменить скорость своего старения через сбалансированное питание и здоровый активный образ жизни. Вы можете свести к минимуму риск заболеваний, поддерживая свое физическое здоровье с помощью регулярных физических упражнений. Вы можете решить специфические проблемы со здоровьем, следуя программе сбалансированного питания с правильным содержанием белка, витаминов, минералов, разноцветных фруктов и овощей, а также фитонутриентов, ведя при этом здоровый, активный образ жизни. В следующий раз я расскажу о биологии старения, так что следите за новостями.